Здравствуйте, с вами Иван. Буду вам показать очередная посылка, которую я сегодня получил из Китая. Заказал ей 2 августа, сегодня 8 сентября. Ехала одна почти 40 дней, очень медленно. Стоит она, здесь написано, $3.73. Давайте открывать. Я знаю, что там внутри. Вот такой чехол. Розовый. Давайте открыть. Ну вот здесь пленки уделяем. Этот чехол, он для телефона Alcatel One Touch. Выглядит он очень хорошо. Посмотрим размер. Так, здесь магнит есть. Открываем. Ну вот, для микрофона, для видеокамеры дырку, для водителя. Здесь для кнопки усиления. Оттуда он запускается, кнопка выше. Ну, хороший чехол, по-моему. Ну, вот так. Дождался и в конце концов. Я думал, что она вообще не приедет, но все-таки сегодня на почту позвонили и сказали, что они здесь. Там были разные чехлы с разной картинки, но мне вот этот понравился, потому что чехол для девочки и так больше подходит. И, по-моему, он хорошо смотрится. Ссылку на товар поставлю под видео. Ну все, пока.